Это сироты из Донбасса, которых, спасая от войны, привезли в Харьков в июне 2014 года. Тогда малышей разместили в трех детских домах на Харьковщине, в том числе и в Зеленом Гае. Заботились о них не только чиновники, воспитатели и медики, но и волонтеры. Именно они сейчас выступили с резкой критикой в отношении луганских и харьковских областных властей, считая, что обратная передача детей – это торговля живым товаром ради бюджетных поступлений за них. Волонтеры уверяют, дети попали в Харьков больные и неухоженные. Их тут научили читать и писать, помогли справиться со страхом обстрелов. Вылечили. Малышам в общей сложности было проведено около 50 операций. Более того, часть малышей нашла в Харькове приемных родителей, но теперь в Луганскую область отправляют даже тех, кого просто не успели усыновить. Ни моральной подготовки, ни психологической подготовки для данного переезда не было абсолютно никакого. Детей просто собрали и вывезли, только потому, что есть определенные обязательства взрослых по затратам денежных средств, либо еще каким-то моментам, направленным на переорганизацию, переоборудование Луганского детского дома в городе Северодонецк. Светлана решила усыновить двоих детей из Луганской области – Милану и Акима. Говорит, что малыши уже привыкли к ней. Сейчас этих детей увезли в Северодонецк. Однако женщина намерена и дальше продолжать процедуру усыновления. Они привыкли, что мы всегда с ними. И когда их начали от нас отрывать, это было для нас. Это рвалось на части сердце, мозги, а для детей это слезы, это были истерики, потому что, понимаете, мы их как бы обманули. Мы всегда были рядом, они привыкли, что вот мы здесь рядом, сильные, взрослые, любящие, и вдруг их вырывают с этой среды и куда-то уводят. Даже сам переезд 6 часов в машине будет стрессов для малышей, уверены волонтеры. И надо прибавить к этому еще то, что они расстанутся с воспитателями и одногруппниками, к которым привыкли. И тот факт, что дети скоро вновь будут менять место жительства. В детском доме ребенка они могут находиться всего до 4 лет. Некоторые уже старше, а значит, их снова придется переводить в новое заведение, на этот раз в Северодонецкую школу-интернат. Гораздо правильнее их было бы оставить в Харькове, уверены женщины. Однако в Харьковской облгосадминистрации уверяют, это было просто невозможно. Их луганские коллеги настаивали на том, чтобы детей вернули. И отказать им, по крайней мере, в отношении тех малышей, чьи документы остались луганскими, они не могли, говорят в местном департаменте здравоохранения. Как и не могли быстрее переоформить документы на харьковские, так как это зависит от судов в Луганской области. Почему так получилось, что часть детей поменяла свой правовой статус, а 26 сохранили свой статус за Луганской областью? Это связано чисто с работой органов судебной власти и оформлением необходимых документов, которые в этой сфере деятельности достаточно сложны и весьма, скажем так, запротоколизированы. При этом в Харьковской облгосадминистрации уверяют, дети хоть и безусловно будут скучать по своим харьковским друзьям, в Северодонецке им будет лучше. Там для них специально отремонтировали помещения, их ждет квалифицированный персонал, условия проживания проинспектировали представители детского омбудсмена. Да и в городе абсолютно мирная обстановка. Из 45 детей Луганской области, которые на сегодня находятся на территории Харьковской области в трех домах ребенка, 26 имеют правовой статус, относящийся к Луганской области, а остальные к Харьковской. Вот именно эти 26 детей сегодня передаются коллективу медиков, представителей областной, Луганской областной администрации и правоохранительных органов Луганской области, которые прибыли сегодня утром в нашу область и имеют все необходимые документы для получения этих детей, оформления соответствующих актов и их транспортировки по месту дальнейшего нахождения в Луганский дом ребенка, который находится в отремонтированном помещении в городе Северодонецк. Харьковские волонтеры забывать о своих маленьких подопечных тоже не собираются. Говорят, будут их навещать и следить, чтобы у малышей все было хорошо. Александра Новосел, Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».